thought we had billions of years before our sun died. We were wrong. Thousands of us answered the call, rallying to save those we can. Every one of our ships, a ray of hope. Captain, it is up to you to find us a new home, so we can plant the future seeds of humankind. Copy. Flying course now. Sector locked in. Soft landings, Captain. Ну что ж, здравствуйте, дорогие товарищи. Сегодня мы поиграем в Earthless. Это маленький проект от BBI, Blackbird Interactive, который делает Moomol 3. Вот. И, ну, что-то на вроде того же Hard Space Breakers. И, собственно, они не работают с Gearbox, они работают вот с очередной новым издателем. То есть Humol 3 принадлежит Gearbox, они делают его с Gearbox. Hard Space Shipbreakers принадлежит Blackbird Interactive, они делают его с Focus Entertainment. А вот Earthless тоже собственность Blackbird Interactive, новый IP и Intellectual Property, интеллектуальная собственность. И они его делают с Team 17, тех самых людей, которые делали когда-то червячков, а потом превратились в издатели. Оно не суть важно. И, собственно, что мы тут увидели уже? Ролик мне, конечно, нравится. То есть, как ни крути, у Blackbird, у Чернодроздов есть стиль. И это вот музыка такая классная, вот это вот. Синтетика, так синтивейв, да, и вот эта вот стилистика, вот это с этими людьми полурисованными, то есть явно что-то из технологий Deserts of Karak. И, собственно, вот мы сейчас и попробуем. Что прикольно, мне уже нравится, что здесь есть кооперативная игра. Ну, может быть, не в демке, конечно же, но в целом как-то так. Давайте посмотрим, к чему же они нас ведут. И русский язык, кстати, уже есть тоже. Классно. О, подождите, смотрите, как будто такой олдскульный экран. Реально, они все там сидят на фантастике 80-х. Поколение Стартрека. Ну, и сколько там этому Робу Каннингему... под 50-ник где-то там, ну, то есть CEO Blackbird Interactive. То есть под 50-ник это, собственно, это дитя 75-х, то есть где-то вот, да, на 90-е весь этот стартрековщина и прочие фантастические сериалы, они вот идут оттуда. Вот все их мечты и позывы оттуда. Да, но мы, собственно, смотрим и играем. Так, о, тут еще несколько фракций будет. Так, Международная ассоциация аэронавтики. Большинство наций Земли вместе работающие для достижения общей цели спасения. Это, может, что-то вроде Civilization Beyond Earth. Там, где было несколько фракций, типа... западники, китайцы, там азиаты и славян,
Союз славянских наций. Ну, черт его знает, ладно. В любом случае. О-о-о-о-о, прикольно. Азимов, Кларк, Верн. Это все фантасты. Там, ну, Жюль Верн. Вы все знаете его, да. Кларк. Блин, как его забыл. Ну, короче, тот, который Одиссея 2001 и прочие Одиссеи написал. Ну, Азимов. Вот основание по его циклу делается. Или те же три закона робототехники. Так. Возьмите третью карту, добавьте... Вот давайте, Азимов, что это такое? Херня какая-то непонятная. Ладно, поехали. О, спиральная галактика. Солярная система. Квадрант 0.1. Оптимальное направление в сторону экзопланеты. Нынешняя локация. Где мы находимся, непонятно. Что это? Где мы? Что мы? Выглядит как несколько разных планет. Это интересно, прикольно. А вот тут вот мышка за монитор улетает. Так, окейшки. Встреча, передача, встреча, непонятно. А где мы находимся? А мы... Не, подожди. Непонятно, я не понял. Добро пожаловать в манифест персонажа. Боевой дух, стратегический. Ну да. Лузеры! Работать надо, а не это самое. Угу, нет эффекта, эффекты. Окейшки, благородные, ух, интересно. Расист? Индийский расист? Щедрые, сострадательные. Ему не скажешь, прагматичные. Чё-то вообще такое хумолдовское, да? Вот новое начало, первый трек. Так, это вот оно, да? Что это такое, текущие карты? Инженер щит 3. 3-3-3-3, закрыть. Это менюшка, да? Продолжить, так, назад. Реально такое Hard Space Breakers. Вот, немножечко пахнет. Катер щита, утилизация карты. Я не понимаю, что... Давайте, встреча. Что это у нас такое? Приветствую вас, капитан. Наша первая миссия — пройти через это поле астероидов. Так, цель... Да. Переместитесь на эти клетки, чтобы... Васт для... панорамирование камеры и спейс для центрирования камеры. Блин, у вас Hovel 3 был. Чё вы тут выдумываете? Вы даже в Desert of Karak это сделали. Можно? Можно так. Ну ладно, поле небольшое, не страшно. А я бы хотел немножко по другому полю видеть. Ну ладно, с вами. Черт с вами. Так, что это такое? Ракетный пуск. Нет, это не надо. Ой. Так. Ага, хорошо.
Ардилост, артефакты, описание, дальность и какая-то принадлежность карты, да. Да, окей, давай, конец хода. Поехали. Ласков. О. Окей. Ну, я уже как-то лоханулся, так что вы извините. 4-4, ну ладно, черт с вами. Нельзя, денег нету, но вы держитесь. Ау! Че? Такое тепло там, а, теплоотвод где там было. А вот это, наверное, энергия, датчик двигателя типа. Ага, вот он. Угу. Открыть пакет с наградами. Пакет с пакетами, давайте. Близнячный. Господи, близнячно-ракетно. Близнячный. Как это? Давайте вот это. Я пока не понимаю, что там такое. И не будем... Не будем. Передача. Пойдем прогалим. Капитан, мы получили данные с других кораблей колонии, которые позволят нам улучшить работу нашего экипажа. Однако из-за низкой скорости связи мы не можем передать много данных. Данные, которые мы смогли получить, позволяют улучшить только одного из наших офицеров. Это интересно, мне нравится. Искусные маневры. Да? Прикольно. Допустим. Поехали. Кто там у нас такие? Ой, ядрит Мадрид. Ой, какие-то жесткие товарищи. Четыре счета, да? И па-па-па-пам. Па-па-па-пам.
Эти активированы, да. Бьется. Дальше. Не очень понял. Что ж, собака, а? Работает. Понял, это энергия сверху. Собака, а? Может отваливать потихонечку? Поехали отсюда. Теплоотвод. Чё-то даже понятно стало. Так, выберите награду. Близнячный. Ну, давайте близнячный вот этот. Господи, слово-то такое близнячный.
А может, не надо? Что тут у нас такое? Так, выстрел из рельсотрона. Дело хорошее. Артефакт. Капитан, мы получили схему для создания нового оружия. Ракетный пуск или... Где можно создать? Где можно... Производство. Модуль создания. Давайте посмотрим. Что там у нас? Кто там у нас? Так. Крафтинг. Окей. Создание артефактов, создание карт. Созданные артефакты будут добавлены в ваш инвентарь. Ресурсы, да. Так, у нас есть вообще такие ресурсы? Вон там 24. Конечно, давайте. Ну, вроде как есть, правильно? Я не понял. Да, я готов. А, вот создать ёкарному матч. Ах, большую красную кнопку я так и не видел. Так, продолжим. Слишком много слов, честно говоря. Ну ладно, это базовая версия, там, не знаю. А, это на что можно установить? Ух. Интересно. Смотрите, какая штука, да? Ну, допустим. Поехали дальше. Жемчужины ласка. Что это такое? Окей. Окейушки. Окейушки, так. Один момент. Продолжаем. Так. Анатомия ласков, жемчужины, исследовать кого там? Боевые возможности, извините, всех круче. Да. А здесь карту той же масти, встать рядом с членом экипажа в точке достопримечательности или повысить его навыки во время передачи. Ну, да. Переводчики, наверное, такая, бляха-муха, как это было переводить, особенно если они, скорее всего, не видели конкретного результата.
классифицируется как оборудование, да? Ни хрена не понятно, но очень интересно. О, теряете дополнительно. Подождите. Я счастливый, какого черта? А, нет, наоборот, теряете. А, вроде нормально, смотрите-ка. Поэтому все хорошо. Так, ладушки, поехали дальше. Встреча. Чё там прочное? Прочность корпусов ядрит, Мадрид. Ух. Звучит. Вы сволочи. Так. Я вижу, здесь как-то не очень хорошо. Так. Там у нас прилетела, а, сволочь. Щелочь какая, да? Подожди-ка.
Воу-воу-воу-воу-воу, что это было? Что это такое? Эта хрень прилетела, а? Это такое, ух ты ж, как интересно. Нихер. Пакет с пакетами. Кораблик не самый живучий. А куда нам нужно отправиться-то? По всем клеткам, что ли, или что? Встречаемся. Да, хорошо, давайте улучшим навыки экипажа. Не, прикольный эффект, когда вот несколько этих планет так вот лечит. В чем смысл? Куда мы едем? Мы едем вообще? Встреча с боссом. А, нам сюда, да сюда надо. Ладно, поехали встречаться с боссом. Етрит матрис, что это такое? Что это? Да. А, нужно еще ближе подобраться.
Не, не дотягиваешься, да? Ух, жестянка какая-то. Oh. Как это работает, непонятно. А, то есть они просто мешают, наверное. Ядрит Мадрид, кто это такой? Кто это такой?
щит. Что-то я не то сделал. Смотрите-ка. Это так тоже можно было сделать. А ядрит Мадрид. Что-то напоминает этот, да, FTL и то, что последнее, бридж, вот этот вот как-то меня сильно напоминает. Это нужно двигаться теперь сюда. Ага. Конечно. Два хал единицы, да. Ну что, у нас тут... Угу, да-да. Давайте посмотрим. Факты, все улучшения, вот. Окей. Окей. Поехали дальше. Босс нас ждет. Опять какой-то хул. Угу. Вовремя. Что, поехали на встречу с боссом. Ох, о-хо-хо-хо, боссера. Эль боссо. Близко, да? Еще ли подобраться сюда, наверное, все-таки. Ох, ты ж, блин, да? Сюда. Щит. Ай, блин. Надо было в другое место стрелять. Ладно. Черт с ним. Это... Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Окейшки.
орешки. Забавно. Так, теперь. Щитов нету. Ту-ту-ту-ту. Тём-тём-тём. Так. Так, что там у нас? Согласен, отлично. Так, что там у нас? Интересно.
Детки пляшут. Ой, ядрит, смотри. Ладно. Да. Коплей 93, босса 20. Окей. Выйти в главное меню. Что-то мне открыли? Нет, 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 да, да, да. Я уже почитал. Начать новое поражение. А, все те же, да? Кинжальные. Давайте еще чуть-чуть. Не сильно долго, 15 минут. Да-да-да-да. Давай, поехали. Ну, типа где-то мы здесь начинаем, да? Поехали. Я понял. Все. Сейчас должно будет все быстрее происходить. Окей. We're going in. Давайте пакет с пакетами. О, это прикольно. Ракеты и рельсы, рельсы и ракеты. Что-то как-то у вас. Так, босс у нас здесь. Как распланировать ходы так, чтобы не было мучительно больно? Так, здесь сплошные драки. Круто, круто, давайте, 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 да, салют, что это за демократия на военном корабле, ребята? Давайте медицину. Вас понял, окей. Кто у нас там на сей раз?
Расист! Расист! Изворотливый, окей, щедрый, скользкий, прагматичный. Ладушки. Он такой FTL, FTL. Лыч. Так. Что тут у нас такое, а? Кто тут у нас такие огромные? Да, конечно. Так, 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 так. Все. Поплыли нахрен отсюда. Оп. Это была случайность, меня здесь нету. Ух, прикольно. Это хорошо, мне нравится. Так, па-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 па. Угу. Ну, аж сюда полететь, правильно? Или сюда, черт его знает, блин, а? В любом случае. Так. Ладно, вас тоже можно. Пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам-пам. Ага. Ай! Суки. Это было больно. Между прочим. Так, вы мне предлагаете выйти из сумрака? Да, предлагают. Что это за бонус-то такой? Что это за нахрен бонус такой, а? Фига себе, он лечит их, что ли? Ах ты ж собака. Ай, блин. Нужно срочно улететь. Светило немножечко. Эх! Ты ж не умеешь стрелять, правильно? Ты умеешь стрелять? Собака! Какая собака? We're going in. Все, поехали дальше. Открыть пакет с пакетами. Так. О, продолжить. Хорошо, мне нравится. Так, давайте сюда. Кластерфак. Так, затуманенная штука. Окейушки. Просто не выйти теперь.
А, там был перк на диагональное перемещение. Черт собаки, а? Это классная карта, мне нравится. Так. Да. Подожди, я же сбросил тепло. Еще один, да? Ах ты зараза. А, уже закончилось это. Сколько вы бегаете-то, а, ребятушки? Так, надо отойти. Мы ушли. Давайте попробуем так. Хорошо, продолжить. Бонусы. Улучшения фузевые. Выбрать и поставим на какой-нибудь. Подожди, улучшение, подожди. Снижает стоимость. Так, теперь, значит, выбрать. Кластерфак, нет. Мне нравится вот это. Или вот это, вот это хорошее, да. Поехали дальше. Да. Магниты. Да.
Давайте. А есть какая-то разница? Никакой разницы, просто приехал и побил. А утилизация что значит? Типа если слишком много карт? Поехали сюда. Ух, хорошо. Ух, да хренище всех. Да, возьмите карту. Хо-хо-хо-хо, это душевно. Это классно было. Классный момент. Так. Ну, теперь это легко становится. Так, сейчас надо только сбросить тепло. Подобраться к кому-нибудь поближе. Ну да, что-то не пошло. А, в этой, наверное, нельзя существовать, а я тут бегаю туда-сюда и Мадрид. А, вы теряете два тепла, давайте, да. А, все уже нельзя, не работает тогда. Пом-пом-пом. Так, окей. Окей.
никуда. Никуда. Ах, как ты это сделали? Ладно. Вот с этим немножко я не понял, с этими загрязнениями. Оно вроде как что-то не так. Да, я понял. Мы уже посмотрели этот ролик. Это было печально, медленно и так далее. Но вообще мне понравилось. Скажем так, так, простая рогаликовая игра, ну да, рогаликовая игра, где, как вы видели, карточки, что-то вроде Faster Than Light, можно экипаж проапгрейдить, получать дополнительные вещи, можно карточки улучшать, можно, собственно, прокачивать свою стратегию и так далее. В общем, ну... Выглядит прикольно. Я с удовольствием, наверное, занесу список желаемого. Я не знаю, буду ли я впоследствии, не знаю, покупать ее. Но в любом случае мне было... Я с удовольствием поиграл в эту демку. Так что даже интересно, какой будет кооперативная игра, если она будет. И какой кодекс будет стоять за этим. За этим всем. Но в целом, как бы... Вот, вы это видели, и как бы, если вам понравилось, если, то ставьте лайки, подписывайтесь, вам приятно, мне полезно, если есть какие-то замечания, пишите комментарии, поговорим, обсудим, обсосем, скажем так, и, ну что, заходите на наши Discord-сервера, кооперативный Discord, это самое, кооператив дружба, и вот, если вы ждете Homeworld 3, ну его просто по Homeworld и космическим играм фанатите или просто любите, то заходите на Homeworld Russian Fleet, всех ждем, каждому рады, да. Ладушки, на этом все, и увидимся, ну уже не в этой, по крайней мере, какое-то время точно. Но как минимум в других играх, да. Все, всем пока.